Еще за окном темно. Вчера шел первый снег, как видите. Но мы не унываем. Едем в разведку. В поисках старых дорог. Приветствую на канале. Очередные выходные. Естественно, дома не усиделось. Время 6 часов утра. Решили посмотреть один узел. Узел был частично на поле, частично в лесу. Узел дорог старых. Приедем на место. С места покажу, как все это выглядит. То, что сами там не были, не знаю. Ладно, до связи. Так, прибыли на место. Такой вот лес здесь у нас. Я и говорил, выпал первый снег. Где-то вот здесь, в этом лесу, там подальше, был здоровый узел дорог старых. Вот. Попробуем мы их сейчас поискать. Времени тоже сегодня, к сожалению, ограничено, буквально 4 часа. Так что, как получится. Ходим, бродим по лесу живописному. Пока только пробки попадают с проволок. Чернины очень мало. Первый сигнал. Медная. Более-менее. Всему отканили. Вот такая штучка. Камеру нам починили. Дорог здесь, конечно, уйма. И современных, и вроде старых провалов. То есть определиться. Блин, а я Шубертом накололся сегодня. Пихал в навигатор Шуберта и что-то как-то не так сделал, что у меня вместо него... Ну, короче, накосорили. Первая монета. 54-й год. Ага. Копеечку. Беда начала. 54-го года. Поступил сигнальчик. Лазим. Копано, конечно, здесь такие траншеи попадают. Вылетело, в общем-то, нечастая находка, я бы сказал так. Я бы сказал, это первый наш. Если... советский рубль. Если это рубль, конечно. Рубль-рубль. Ни разу не доходили. Вот сколько лазим, чего только не 50 было. 50 копеек находили. А рубль не находили. Как интересно. Это он. Интересно, какого года. Интересно, какого сохрана. Лучше, чем тот полтинник. Ну, тот-то вообще в полевой был сожран. А этот, может быть, может еще пожить. Ну, а какой-то юбилей победы. Да еще так. Да. Это Олег Стрептов парк. Ага. Ну, хорошая находка. Ну, в общем-то... Для нас точно. Мы такой еще не находили. Год, интересно. Сколько лет победы? 20 лет победы. Ох. 5 рубль, да? Рубль, да, юбилейный рубль. Я еще что-то давеча разговаривали, я говорю, странно, я говорю, столько рублей, вот я помню, в моем детстве ими же как бы расплачивались, я вот помню, за квасом идешь там или за мороженым, тебе дед рубль даст, вот ты на него там покупаешь. 20 лет победы на фашизм. Да, вроде еще и в сохранчике. Такой вот. Приятно. Поснимаю-ка я все сигналы, ну, нормальные я имею в виду. Ну, не мусор, естественно. У меня конинка выскочила. Классическая. Что там у Любы, непонятно. Классическая пробка. Пробка, да? Да. Ладно. Старая, вот смотрите. Ров, ну вот он, прокопанный, да? Чуть-чуть правее, вот как будто идет накат. Там конину я сейчас поднял. Вот там. Прошли по лесу кругом. Здесь сигнал. Медный.
5 копеек, 1860, по-моему, 9-й, какого там? 68-го. Так что, значит, получается, примерно они совпадали. Ну ладно, ну шорты привезли. Вот такая вот монетка. Стреляют. Подходим вот по дороге, вот она была. Точно. Но когда по ней перестали ездить, вообще непонятно. Потому что попался вот советик, трешечка 74-го года. Значит, она в этом году еще была. А? А. Так, друзья, уехали мы из этого леса. Конечно, без карты там мы сориентироваться не можем. А я что-то там нащелкал в навигаторе, что у меня вместо Шуберта вылезла какая-то другая. Налево, да? Да я помню. Вот, вылезла какая-то другая карта. Я долго вчера их ковырял. Нам-то как бы смысл был найти центр, да, вот там очень много узел было дорог. Потому что просто дороги мы нашли. Вот. А узла мы не нашли. Так что в следующий раз разберусь с картами, и мы еще сюда приедем. Сейчас по. Ну здесь все время бьют. Ты про вот этот топол говорил? Да ну нахрен ты че? Короче, едем на поле. Гуляем уже известное. Ну, догуляем сегодня, скажем так. Переключаемся. Ну так, приехали вот на эту поляночку походить здесь. Ну мы да, здесь не били особо вон церковь. Смотрите, какая красота, не выскочила. Сейчас на солнышко попробую. Вот. Ибо нечего в святыне на земле валяться. Зачет. Один сигнальчик. Четвертая. Душечка. Какого-то четвертого года. Но она уже из сыровского. Пойдет. Ну что, друзья, смотрите, чешуечка, как всегда. Уже как всегда. Фу-фу-фу-фу. Складешь. Фиг знает что. Вот смотрите, вот место. В прошлый раз на той стороне вот две чешуи или три чешуи вылетало. Вот оно и направление шло. А вот церковь. Что, попробуем сейчас прогуляться туда. Так, потеряли. Ладно, мы быстрее. Друзья, ну пробиваем вот это направление, где две точки. Соединили линии, где чешуи. Серебром. Ну да, чешуи. 40-го года. Сигнальчик. Сахарка. Ну, как обычно здесь, для меди. Здесь медь. Ахла. Убита. Ладно. То холодно, то жарко. Ночью минус 4 было. Сейчас ветер появляется, холодно. Попадает, жалко. Жарко. Капуста. Шмыркать ее не буду уже, видно. Потом помоем, посмотрим, что от нее осталось. Вот. Обродим еще. Ямки закапываем.
Еще сигнальчик вылез. Нога убитая. Полушка была, мы ее снимали. Она тоже такая. Тоже убита. Ну да. К сожалению. Я уже скоро будем закругляться. Пока. 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 Идем к машине. Вот такая штучка. Сегодня прям день интересных находочек. С одной стороны, Николай Чудотворец. Вот, с другой вот так. Серебряная, не засть, солнышко. Вот так. Идем к машине, уже замаялись. Вот. Вот еще монетка выскочила. Что за монета, бог его знает. Потом будем мыть. Фибил советами, конечно. Что это такое, я не знаю. Зря только туда ходили. Лучше бы здесь ходили. Штурвальчик. Целенький, почти не погнут. Все, уже подползаем к машине. Уезжать не хочется. Я хочу дойти до кустов, до травы. Что? По этой дороге. Вот такой. Две копеечки 40-го года. Вот эта машина осталась. Ну что, все, накопались. В лес тут еще вернемся, когда я правильно карту поставлю. Что я что-то накосорезил там. Находочки сейчас покажем. В принципе, зачет. Сейчас включусь. Вот сегодняшние находки. Что у нас в зачет уходит? Иконка. Икона вообще шедевр. Подвеска, чешуя. Рубь, чешуйка, подвесочка вот эта серебряная, целенькая. Правда, без ушка. Должно ли оно тут? Да, оно должно. Да. Ну и куча монет всяких. Икон-то вообще с эмалем. Старая. На этом видео заканчиваем. Коп в первый снег. Ну, в полях-то его не было, если бы, конечно, было. Ладно, все. Подписываемся на канал. Покажем много интересного. Да, уже, да. До скорых встреч.